Киркозон гигантский. На латыни – Аристолохия гигантеа. Родина этой лианы – теплые субтропические районы Центральной и Южной Америки. В основном эта лиана растет вдоль ручьев, а в нашем регионе, конечно, только оранжерейное выращивание. Это вечно зеленый альпинист с листьями в виде сердца и ароматными цветами, впечатляющими своими размерами. Цветки этого киркозона – одни из самых больших в растительном мире, до 30 сантиметров в диаметре. Они являются своеобразной ловушкой для насекомых. Насекомое не может выбраться, пока не завершит свое дело по опылению.